Мы с вами заплываем в бассейн. Нереально. Вот. Сейчас стоят на балконе, на меня таращатся. Там стоят, Кирилл, сейчас. Я не понимаю, зачем они снимали. Ну, естественно, мы не знаем, кто они. Могут быть вообще какие-нибудь хейтеры. Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина. Кирилл снимает. Всем привет. И сегодня будет традиционное видео для моего канала. Когда я приезжаю куда-нибудь в теплую страну, это ночь в бассейне. Вот в этом бассейне. Мы сегодня только приехали, это будет наша первая ночь, она будет именно в бассейне. Для начала я вам покажу наш двор, такой рум-тур по двору. Затем мы надуем разные прикольные круги для плавания. Один у меня уже надут, второй только в коробке мы купили. Я надену купальник, и мы с вами заночуем в бассейне. На самом деле, традиционные ролики – это те ролики, которые вы особенно любите. Я имею в виду моих подписчиков. Они меня постоянно просят что-то снять, и я это снимаю. Но не все, к сожалению, подписаны на мой канал, все те, кто смотрит это видео, и все мои видюхи тоже. Поэтому можно исправить эту ситуацию прямо сейчас, просто подписавшись на канал Элли Ди, нажав красную кнопку и включив колокольчик с обновлениями, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем нашу ночь. Мы только прилетели на Кипр, это будет наша первая ночь. Мы уже заселились на виллу, но у меня есть традиция все-таки первую ночь именно провести в бассейне. В этом путешествии у нас будет с вами не одна ночь в бассейне, а целых две, потому что мы наше путешествие разбили на две части. Одну неделю мы будем жить здесь, на этой вилле, а вторую неделю на другой вилле. И, конечно, почему еще хочется проводить первую ночь именно в бассейне, потому что очень хочется покупаться, не дожидаться утра, и мне кажется, это обалденный повод еще и снять видео. У меня есть, короче, вот такой вот очень клевый круг. Это последний писк этого сезона, лето 2019. Круги с наполнителем. В данном случае это круг с розовыми перышками. Уже вот эти вот круги в форме фламинго, единорогов уже не модные. А вот этот с наполнителем, это реально вещь. Очень какая-то крутая, невероятная. Помимо этого круга, у меня еще есть второй, тот, который я очень долго искала. Он, короче, с глиттером. Я его еще не надувала, только предстоит это сделать. Но прежде чем я надуваю этот круг, и мы отправимся с вами в бассейн, я покажу вам наш двор. Здесь около бассейна есть столик со стульями. Это не лежаки, это просто стулья. Еще здесь вот эту вот зону загораживал вот этот заборчик, который здесь стоит. Почему? Потому что это, видимо, заборчик заграждения от детей, но так как у нас таковых нет, мы этот заборчик убрали, чтобы было больше пространства. Здесь обеденный стол на улице, так сказать, со стульями. Здесь вход в дом, но в дом я вам покажу завтра, когда уже будет светло, и сделаю рум-тур. Конечно, если вы хотите, пишите в комментариях под видео. А здесь стоит автомобиль, который мы арендовали здесь на Кипре, чтобы перемещаться свободно и спокойно, и в любое время. Ну, как бы удобно здесь. Больше успеем. А вот это это реально забор с улицей. Посмотрите, пожалуйста, на эту улицу. Это реально улица. Это не наш двор, не подумайте. Это под обычную проезжую часть. Здесь машины ездят. А это наш забор. Высота у него примерно 50 сантиметров забор. Это нормальное явление. Здесь у нас немножечко кустиков. Вот это вот, так сказать, все это тропические растения, широколистные такие большие, пальмы вот здесь. Это типа мангал, на самом деле очень такой скромный, но нам он вообще в принципе не нужен. Значит, здесь тоже такое вот растение, классная пальма. И вот парадный, так сказать, вход на виллу, вилла номер 34, как вы видите. Здесь есть какая-то что, мастер-лок. Ой, что-то сбило, да? Нет, ты спалила пароль. Когда мы приехали, нас никто не встречал. И нам просто сообщили пароль, мы его ввели, и ключи, как бы дверца открылась, и мы забрали ключи. Вот такая вот система здесь, никто не встречал вообще. А заплатили мы за эту виллу накануне, то есть электронно деньги перевели. Здесь около входа прям есть вот такой столик с двумя стульями-слонами. Это чтобы вот сидеть и смотреть конкретно на дорогу. То есть я полагаю так. Общаться с соседями, может быть, выслеживать их, вдруг они выйдут, махнуть, пригласить к себе, ну вот как-то так. Вот, например, смотрите, видите, это уже соседи, это стоит их машина, у них ну, окна выходят прямо в наши окна. Знаете, неприватная такая вилла, где ты там можешь вообще быть полностью расслабленным. Нет, здесь не так, это комплекс вилл, здесь соседи. Заходим с этой стороны в зону, где бассейн. Ну, здесь вот есть душик такой вот, надо до бассейна, после бассейна его типа принимать. Обратите внимание на эти лежаки. Это, во-первых, пластиковый.
они, естественно, не регулируются, это просто как бы вот так. Когда мы приехали на виллу, мы такие сразу подумали, как мы будем проводить ночь, как мы будем спать и так далее, и тому подобное. Короче, я такая сажусь на этот лежак, и тут у меня, знаете, что происходит? Мама, мамочки, мама, я это называю. Ну, типа, это, наверное, так кайфуют или что это? Это классно, да? Ну, короче, оно типа качается. То есть, нет, в принципе, если я лягу на солнце, у меня сгорит лицо, мне кажется. Нерегулируемые лежаки. Вот так это называется. Какой-то в этом прикол есть, ну ладно, было бы таких пара лежаков. Тут это все такие, понимаете? Над этими лежаками находятся розовые зонт. Такой, знаете, качающийся. Посмотрим, какой он будет в деле. Ну, а теперь сам бассейн. Отличительная его особенность в том, что он не голубого цвета и даже не синего, он какого-то очень глубокого, ярко-кислотного, я бы сказала, синего цвета. Он со ступенечками вот здесь сбоку. Мне такие больше нравятся, чем вот эта вот лестница, которая такая железная, знаете. Этот бассейн изложен маленькими квадратиками мозаикой. То есть, как бы маленькими мини-плиточками. На улице сейчас 27 градусов, и сейчас ночь. Реально тепло, поэтому, конечно, будет очень комфортно и прикольно купаться. Давайте посмотрим на круг. Это тоже вот писк сезона, на самом деле, так же, как и перышки. Короче, круг с наполнителем. Все то же самое, только другой наполнитель. Здесь вот глиттер. Я не знаю, как мы будем его надувать, потому что вот это перышками нам надували в магазине насосом. О, какой блестяшный. Какой он чудесный, на самом деле. Чтобы вы понимали, эти круги очень круто смотрятся, но что-то не очень именно в темноте. Попробуем надуть. Блин, реально глиттер там. Итак, круг надули. Нам все-таки стоило этот круг надувать прямо в магазине с помощью насоса, потому что от нашего дыхания стенки стали внутри потными, соответственно, мутными. Глиттер скатывается реально, смотрите вниз, он реально катается, какое-то его количество. Ну а остальные, они прилипают к стенкам этого круга, но если постучать... Вон, я смотри, сколько уже набило, Кирилл. Давайте его покрутим. Вот такой звук он издает. Симпатичный такой, знаете, залипательный круг. Давайте его брошу тоже на воду. Плыви! Вау! Осталось только надеть купальник. Короче, пока я одевала купальник, в соседнюю виллу тоже заехали, короче, жильцы. Сейчас стоят на балконе, такие на меня таращатся. Нам это очень не нравится, то, что здесь вообще нет никакой приватности, такое ощущение, как будто ты живешь с ними вместе, просто как бы делаешь вид, что вы живете раздельно, но при этом вы живете вместе. И нам пофигу, естественно. Мы с вами заплываем в бассейн. Я надеюсь, что водичка будет теплая. Офигеть, я даже не заметила, как туда залезла. Да, неплохо, Кирилл, реально теплая вода. И... Блин, так непривычно на самом деле. Тут шелестит здесь в кустах, Кирилл. Вот здесь. Ты далеко не убегай. Реально прям шелестит. Может быть, конечно, это какие-нибудь животные. Джина, вернись. Все нормально? Кирилл предлагает посмотреть, светятся или не светятся ногти у меня под этой лампой. Я покрасила перед отъездом ногти в разные цвета, потому что... Это что было? Что это? Это они так хлопнули или это застрелили там кого-то? Пока такая красивая подсветка, я думаю, сейчас мы еще парочку фоток в инста сделаем, чтобы запечатлеть эту ночь в памяти и у себя, и у вас. И выложу в мой инстаграм, ссылку на него оставлю в описании под этим видео. Я думаю, что нас в этой поездке должны ждать какие-нибудь очень крутые приключения. Нереально. Смотри, смотри. А это, короче, не просто ночь в бассейне. Это ночь в бассейне с соседями. Каждый раз у нас что-то новенькое происходит, понимаете? Ребят, просто я реально значительно тише начала говорить, потому что на дворе ночь. Они, короче, только заехали, и я вообще не знаю, кто они. Мы как бы так не планировали. Мы хотели повеселиться, покричать, типа, юху, приехали на Кипр и так далее. Ну, как обычно это бывает, поплавать в бассейне, попрыгать. Ночь в бассейне начинается! Но соседи заехали буквально в момент, когда мы снимали видео. То есть это произошло вообще незапланированно, и нас это застало врасплох. И теперь они такие, каждый вышел на балкон, такой типа посмотрел на нас. Через некоторое время выключают свет, и мы смотрим туда. Смотрю, как будто там кто-то стоит. А потом фигакс, в руках камера. Камера, которая нас снимает. И они не совсем понимают, что мы их на самом деле увидели. И отцу нормально видно, потому что наш бассейн отражает свет прямо в их сторону. Блин, я не хотела такого. Разве это прикольно?
Ничего, вообще ничего прикольного. Чувствуешь себя некомфортно, если честно. Типа за тобой наблюдают. Что это такое вообще? Там стоят, Кирилл, сейчас. Да, вот, посмотри, стоят. Я не знаю, что делать. Просто сейчас такая ситуация, я реально не знаю, что делать. Ну, естественно, мы не знаем, кто они. Мы даже не орем, и мы, больше того, мы теперь такое ощущение, как вот на крючке. Когда такого не было, не попадало никогда в такую ситуацию. Как бы есть шанс того, что это могут быть вообще какие-нибудь хейтеры, которые конкретно хотят навредить, понимаете, хоть как-то. Это все очень просто неприятная ситуация. И ты никогда не можешь, как бы, знать, кто у тебя, блин, соседи, перед тем, как заехать в арендованную виллу, потому что они тут меняются очень быстро, эти соседи. Я не понимаю, зачем они снимали. О, блин, ты чего? Что это было, Кирилл? Зачем она выпрыгнула? Это она типа за мечом, что ли? Я говорю, Джина берет, прыгает в воду просто за мечом. Она просила, чтобы я ей его дала, и не дождалась, короче, все-таки прыгнула. Да, получи. Кстати, у меня есть канал о питомцах, подписывайтесь еще и туда. Ссылка на Леди Пэтс в описании под этим видео. Джину мы тоже взяли с собой, поэтому с ней будет тоже много видео, будет весело с ней вместе отдыхать. Ребят, если вдруг в течение ночи что-то произойдет, я сразу возьму телефон и буду снимать в Инстаграм на сторис. Подписывайся на канал, включай колокольчик с уведомлениями и увидимся в новых роликах.